Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов расширяет производственную линейку. Навесной снегоочиститель способен убрать до 300 кубометров осадков за час. Ширина захвата – 1,5 метра. Пока это только разработка. Опытный образец изготовят уже в январе. Здесь планируют производить около 200 единиц в год. Потенциальные покупатели – коммунальные предприятия Беларуси и России. Аналоги данного снегоочистителя в Беларуси отсутствуют. Уникальность данного снегоочистителя – это упрощенность работы оператора, достаточное управление гидросистемой, чтобы повернуть направление выброса снега либо влево, либо вправо до угла 90 градусов. Более 20 моделей тракторов и 1500 уникальных деталей. Такой минимум для себя определяет предприятие. Каждый механизм доведен до идеала, а классические черно-красные цвета гордо заявляют о бессомненном качестве. В этом году специалисты выпустили порядка 2000 единиц техники. Производственные мощности загружены практически полностью. По всем областным городам видна наша техника. На этой деятельности непосредственно мы начали заниматься в 2007 году после передачи Минским тракторным заводом лицензионной сборки на малогабаритную технику мощностью от 36 до 62 лошадиных сил. Выпуск конкурентоспособной продукции, экспортный потенциал и высокая культура управления – достойные показатели, которые отметили организаторы международной бизнес-премии «Лидер года 2022». Благодаря труду 2500 преданных сотрудников предприятие стало лауреатом в номинации «Производство сельскохозяйственной техники». Отдельно, конечно, хочется отметить выпуск колесной продукции. В этом году мы достаточно широко и глубоко продвинулись в ее производстве. Во-первых, у нас увеличилась номенклатура, во-вторых, рынки сбыта. В первую очередь это производители сельхозтехники прицепного и навесного оборудования. В приоритете завода повышение эффективности, совершенствование технологий, внедрение инноваций и освоение новых рынков сбыта. Второго диплома удостоен малогабаритный трактор. Изначально модель создавалась под иностранного покупателя. Учитывая требования времени, предприятие сделало ставку на импортозамещение и не прогадало. «Беларусь-622» – настоящая находка. Несмотря на небольшие габариты, трактору под силу уборка урожая, обработка земли, сбор мусора и перевозка грузов. Под капотом 62,5 лошадиных силы. Технику можно увидеть на полях стран СНГ, ЕС, Африки и Азии. Техника пользуется повышенным спросом как на внутреннем рынке, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Среднемесячная сумма экспортного портфеля – 3,5 миллиона долларов. География поставок – 66 государств мира. Основной партнер уже на протяжении многих лет – Россия. На нее приходится около 65% продукции. Кроме того, предприятие из года в год завоевывает звание «Лучшие товары Беларуси». А главными приоритетами были и остаются профессиональный подход и бессомненное качество. Карина Гуревич, Максим Галенко, Бобруйск, 360.